С 22 по 24 мая в Казанском федеральном университете состоится 4-й международный форум по педагогическому образованию, который зародился еще в 2015 году. Идея форума появилась из тех новых задач, которые встали перед Казанским университетом. Во-первых, в связи с присоединением двух педагогических университетов в 2011 году. И во-вторых, с задачами международной кооперации и решения задач программы 5100. Вот уже 4-й год Институт психологии и образования КФУ на самом высоком уровне проводит форум для представителей сферы образования и психологии со всего мира. Всего мы имеем в качестве гостей ученых из почти 20 университетов, которые входят в топ-200 лучших университетов мира в области education. Очень важно, что к нам приезжают не просто иностранные ученые, а те, кто специализируется на подготовке учителей. Казанский федеральный университет становится все более известным в области подготовки учителей, и мы уже много говорили о нашей великолепной инфраструктуре, о наших кадрах, оснащении, о наших научных достижениях. И не случайно рейтинг лучших университетов мира QS в этом году включил нас в число лучших 250 университетов мира в области education. В рамках работы форума состоятся 3 крупные международные научно-практические конференции. В ходе форума будут обсуждаться вопросы теории и практики в предметной подготовке учителей. В этом году мы заявили 3 подтемы на наш форум, 3 международные конференции. Первая тема связана с подготовкой учителя как предметника. Вторая тема связана с подготовкой учителя как воспитателя. А третья тема связана с проблемами работы учителя с различными детскими девиациями. И по каждой из этих конференций приедут очень интересные ключевые докладчики. И это, конечно, вызывает особый интерес наших коллег со всей России. В работе форума примут участие представители Министерства образования и науки Российской Федерации, правительства Республики Татарстан, Российской академии образования, Европейской ассоциации исследований в области образования и Международной ассоциации исследований педагогического образования. Анна Глазунова, Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.